Ну что, друзья, мы с вами добрались до последней темы, которая даже среди современных исследователей часто, в общем, не очень даже считается еврейской. А как вы думаете, почему, в чем проблема? Почему тема крещенных евреев некоторыми людьми считается не относящейся к еврейской истории? Они перестали быть номинально евреями. Номинально это как? Ну, с точки зрения конфессионального государства. Ага. Да? То есть, и даже сейчас в рамках религиозной традиции, да, еврей, который принял другое вероисповедание, не иудаизм, перестает быть евреем. Да, и это для многих даже сейчас является аргументом к тому, что, в общем, эта тема находится, ну, условно, на периферии, да, еврейской истории. Мы аж целых полтора часа будем говорить про периферию, да, мы говорили про каких-то отдельных людей в течение предыдущих трех лекций, поэтому, в общем, ничего удивительного. И сегодня даже я бы сказала, что их будет даже побольше. Поэтому, в общем, это тема, о которой стоит поговорить. Разберемся немножко с понятиями. Какие мы можем встретить наименования вот, еврея, который принял выкрест? Выкрест – это хорошее слово или плохое? У него какая окраска? Плохое. Плохое. А мне почему-то кажется, что это нейтральная какая-то окраска, что здесь нет какого-то негатива, просто констатации. А вот давайте мне разберемся. Кажется, это второго сорта. Это с какого берега смотреть? Вот, давайте разберемся. Это не там, не там. Современный язык, да, сейчас наше, обыденное сознание. Слово «выкрест» обидное, оно какое-то носит негативную окраску. Не позитивное. Не позитивное. А если мы говорим о каком-то таком историческом контексте, например. Можно я скажу? Да, конечно. Если по человеку, который уходил в другую религию, сидели шиву, то есть он все, он ушедший, и, соответственно, выкрест – это, да, это не положительное, но это уже что-то совсем нейтральное по человеку, которого нет. Угу. То есть он как бы его называют, но это мое. Отсюда следующий вопрос. Евреи называли так тех, кто ушел из иудаизма, выкрестами? Или у них были какие-то свои слова для этого? Свои. А мне кажется, чей термин? Откуда это слово «выкрест»? Откуда оно? Это чей? Это вообще... Государственный, официальный. Относительно в рамках нашего 18 века, да, о котором мы говорим, поскольку это такой пограничный регион, там используется слово «перекрест» в основном. И оно на самом деле не носит никакой негативной коннотации. Вообще. Это просто термин. Ну тогда слово «жиды» тоже не носит коннотации. Разумеется, и мы об этом знаем. Да. Вынесенная в заглавие нашей лекции фраза, закавыченная, она не случайна. Это не я ее изобрела. Бывшие жиды – это формулировка из обычных имперских делопроизводительных документов. И это нормально. Здесь нет ничего обидного. Да? Здесь... Констатация факта, да? Человек был евреем, и таковым быть в глазах бюрократии имперской перестал. Он таковым же перестал быть в глазах, да, традиционного еврейства. Какие еще слова мы знаем? У нас есть выкрест, у нас есть бывший жид, не знаю, это такой условный эвфемизм, что еще есть? Конверсо. Ага, но если конверсо, то это скорее мы к кому обращаемся? Какой это контекст? Сефарды. Конечно. И это контекст, да, Испании и Португалии конца 15 и 16 века. Да? Соответственно, это, у нас этот термин не используется, поскольку он, ну, экзотический, да, мы к нему не... Что еще мы можем сказать? Анусим. Анусим. Но анусим – это, опять же, кто? Изнутри. Во-первых, это ивритский термин. Во-вторых, он на что намекает? По принуждению. Конечно. Это те, кто приняли... Крещение по принуждению, да, насильственное, обращенное. И опять же, прежде всего, это термин, относящийся к названным нами конверсо, да? А еще варианты? Опять все туда же. Что-то нас все в сторону перенеев как-то. А еще что-нибудь? Вопрос к термину. Давай. Конвертеджи. Ага. И неофичи. Отлично. В русском языке есть понятие неофит. Вполне нейтральное, да, на мой взгляд? Да. В русском языке есть калька с польского конвертат, которая, ну, в общем, напрямую, да. Еще, может быть, что-нибудь. Я сейчас вам покажу все варианты, да, которые я собрала примерно. Но мне интересно посмотреть, что из этого знаете вы.
А? А прозелит так не говорят, скорее это в обратную сторону, когда. Тот, кто проповедует. Это да, прозелиты это вообще когда говорят скорее про... То есть в рамках перехода иудеев в христианство вообще ни разу не слышал термина прозелит. Что-нибудь еще? Из еврейской традиции кто, может быть, что-нибудь знает? Как называются те, кто ушли из иудаизма? Выкрест. Это русский язык, а если мы говорим про иврит? Ну что, тогда открываю карты. Те вещи, которые собрала я, они выглядят вот так. Выкрест, естественно. Неофит, естественно. Конвертант, это ну такой совсем тяжелый такой перевод с польского. Ну и еще. Такое слово, просто относящееся да, к предателю, ренегат, да? Важное слово, и мы его видим в основном в английском и в польском языке, а по-русски оно даже звучит как-то немножко не очень. Да, апостат, тем не менее этот термин используется. И два термина, характерных для внутренних еврейских источников. Мешумад и мумар. Они, собственно, синонимичны. А, есть два выражения, да, есть Аллах лешмад, да, то есть тот, кто стал вероотступником, да, и есть такое даже в современном иврите, да, как в современном иврите будет изменить религию? Леамир это дат, да, леамир, мумар отсюда, да, тот, кто сменил веру. И это такие нормативные термины, которые используются во внутренних еврейских источниках, в респонсах, да, если это в пинкасах, если это где-то вдруг, но... Часто ли мы сможем увидеть что-нибудь про вот этих вот самых людей в еврейских источниках? О них пишут? Они умерли, зачем про них писать? Для них, да. Но они все-таки есть там, в маленьком количестве. В каких случаях? Если они что-то начинают, против еврейской общины делать. Имущественные споры какие-нибудь могут быть. Самое главное это. Остаются связи с членами еврейской общины, и дальше нужно решать, что делать. Наследство, да, имущество, брак, в конце концов, да, потому дети. Что это большая проблема. Дети и их статус дальше, да. Если он хочет вернуться обратно в иудаизм. Ну да, тут, да, это тоже можно обсуждать. Оскорбление русского. А, вот это да, да. Поэтому поговорим попозже, да. Еще один пример насилия, направленный на... по-польски сказать, конвертит. Угу. И вот об этом мы даже говорить будем в 19 веке как-то, я уже не знаю, как раньше, идет вопрос, что в синагогах должны происходить, как речи к всем собранным, чтобы не пытались как-то бить и там что-то делать угу. Вот тем, которые отошли от иудаизма. Угу. Про насилие, да, мы да. Тоже поговорим. Да. Это, по-моему, в деле о попействии Сахнович, там есть свидетель, да. Который отошел, но потом вернулся в иудаизм, и он опять имеет право считаться угу. Свидетелем в еврейском. Да, да. К вопросу о том, что делают выкресты да, для еврейской общины, это тоже может обсуждаться, потому что, допустим, Ян Серафинович самый такой яркий пример, да, человека, который перешел в католицизм, а дальше, в общем, начал активно вредить еврейской общине. Ну да. А если мы говорим про 19 век, там и больше даже, чем Брахман. Брахман да, такая самая яркая фигура. В общем, это такая, да, действительно проблема. На этом все. Мы действительно очень мало из еврейских источников знаем про крещенных евреев. Потому что они перестают быть частью еврейского мира. На этом все. Откуда мы можем о них знать? Ваши предположения, какие могут быть... я понимаю, что вы там не знаете специфику 18 века, но... Вот так вот, если предположить, откуда мы можем знать о простых людях, которые просто принимают, переходят из одной веры в другую? Где это записано? В церковных книгах, о крещении. Для Польши, да. Да, в католических, это метрические книги, да. Но это те люди, которые живут на этой территории. А что делать вот с нашими анимигантами? Налоговые вложения мы можем просматривать. А они перешли в православие, и значит, они освобождены от налогов. Так. Управление, самоуправление, там же есть какая-то, мы пришли. Законодательные какие-нибудь. Это стандартная бюрократическая процедура. Я вам говорила, что рубежом для нас является 42-й год. В течение всего курса да, вы слышите про указ Елизаветы Петровны да, о выселении евреев с единственной оговоркой, если только те, кто хотят креститься, те могут значит, остаться в пределах Российской империи. Ровно с этого момента мы говорим о таком
складывающемся процессе, настоящем таком бюрократическом, приема евреев, да, в качестве уже сменяющих веру в подданные Российской империи. Так что прежде всего это, безусловно, пограничные города, в которых в канцеляриях и консисториях, то есть в светских органах и религиозных органах власти, мы видим аккумуляцию персональных дел. Для нас это важно. Персональных дел о крещении. Приехал такой-то на форпост, то есть на границу, заявил о своем желании креститься. Его дальше припроводили, мы попозже чуть поговорим о самой процедуре, как это все делалось. И у нас остались в архивах именно эти материалы. Собственно, это основные источники, относительно массовые, да, для того, чтобы нам делать какие-то выводы и говорить об этом не как о курьезе отдельных случаях, да, о некоторой практике, которая сложилась вот с 42-го года, в 18 веке. Мне бы очень хотелось вам рассказать про цифры и статистику, но с ней все очень и очень плохо, потому что считать это практически невозможно. Выглядит это примерно следующим образом. Каждый раз, каждый там какой-то период, который я начинала работать со следующим архивом, обнаруживалось, что те данные, которые я получила как некоторое конечное число, оказываются уже нерелевантны, потому что это число постоянно растет. То есть мы не можем говорить о конечной статистике, но мы можем говорить об относительных данных, о том, когда есть с чем сравнивать. И вот буквально несколько сравнений для вас. Это конкретно Киев, как самый важный пограничный город, куда стекалась масса тех, кто желал принять православие и, соответственно, стать подданными Российской империи. Обратите внимание, это не люди, а количество дел о переходах, но уникальных. То есть это не об одних и тех же людях, а о разных. Потому что если бы я сравнивала, я про иудеев, например, знаю, да, про конкретных людей могу посчитать. А как мне посчитать католиков, униатов, православных по одному, а они иногда и не по одному? Ну, в основном 1-2, да, не больше. То есть коллективные я не учитывала. Здесь, в смысле, они разбиты, нет коллективных дел о крещении. И нам важно посмотреть просто на тенденцию. И ее мы можем по индивидуальным делам посмотреть по статистике. Итак, это Киев. Только один город, безусловно. То есть мы не говорим об абсолютных цифрах, мы имеем в виду, да, некоторое сравнение. И что у нас здесь происходит? У нас есть данные с 37 по 93 год, поскольку это, да, левый берег, правый берег, правый берег присоединили в 93-м, то есть до второго раздела, да, Речи Посполитой. Что мы здесь видим? А мы видим, что количество дел католиков и униатов по переходу в православие самое высокое, 58 их оба. И того, и другого. Это только Киев. А у нас есть еще другие пограничные города. А у нас есть еще вещи, которые оказались незаписанными в качестве... Вот не записаны ровно в момент перехода. Да? Мы знаем о них из других источников. О том, что они уже, например, приняли православие. Или что у них есть какие-то дальнейшие проблемы. Это только те люди, которые пришли и заявили о том, что они собираются принять православие. Да? И это выглядит вот так. А если мы еще больше сузим свои рамки и поговорим не вообще про Киев, а про одно конкретное место, где только одно из возможных мест, где занимались тем, что обращали иноверцев в православие, это Киево-Печерская лавра, как один из важнейших центров, да, в том числе и работы с иноверцами, обращения иноверцев, то мы увидим следующие цифры. Здесь у нас есть данные 43 по 66 год, да, и мы видим, что иудеи занимают, во всяком случае, заметное место с остальными. Здесь первое, да, я на всякий случай говорю аккуратно, да. Заметное место, здесь их там 15 дел, поэтому как бы тут остальных там вот максимум 10. Это все индивидуальные дела, не коллективные, поэтому есть смысл об этом говорить, сравнивать это. Мы видим, да, что это некоторое заметное явление. Мы не можем говорить о том, сколько их. При моих подсчетах возможных от вот 30-е годы, там 37-й у нас начинается, от 37-го до 93-го, мы говорим про Киев, мы говорим про 130 дел. Если мы говорим про Киев только, про 130 человек, которые принимают православие в месте, где евреев нет вообще, это заметно или нет? Конечно. Мне кажется, что это заметно. Это просто граница, что было? Конечно, естественно. Это граница.
да, в качестве такого небольшого развлечения и отвлечения. Это карта Киева 18 века. Печерская лавра у нас находится вот здесь. Вот здесь. А основной город это Подол, да? Вот. Это как бы самое такое место, где вся жизнь, основное население проживает. И мы об этом, об этой территории поговорим еще чуть попозже, потому что выясняется, что там, в общем, даже некоторое такое концентрированное количество евреев, которые принимают православие, находятся. Самый главный вопрос, когда мы говорим про крещенных евреев, ну такой обыденный. Зачем? Ну да? Если мы говорим про закон 42-го года, который явно предписывает, да, крестись или уйди, то логично было бы предположить, что люди принимали крещение номинально, ну, для того, чтобы перейти границу. И действительно, нам известна, например, группа из 25 человек, 5 человек, которые тут же появились у границы на киевских форпостах и заявили о том, что они вот хотят креститься и дальше проживать в России. Понятно, что у них есть вполне конкретная мотивация, скорее всего, экономическая, скорее всего, это люди, которые, у которых были связи, да, с российской территорией, которые посчитали, что да, проще номинально принять крещение, что там дальше происходило с ними, мы не знаем, но вот они есть. А что происходит с остальными? И вообще, откуда мы знаем, что они хотели, да, каковы были, какова была, вы хотите что-то сказать? Да. Ну, вы просто, да. Вы завершите. Слушаю вас. Извините, что я вас прервала. Я просто хотела про вероятности того, ну, про причины хотела сказать еще. Может быть, это как раз связано с многочисленными кагальными оброками. И в какой-то момент, когда человек крестится, он выходит из общины, соответственно, выходит из этих обязательств. Может быть, это. Потом вот мальчики-кантонисты, которых... Кантонисты — это уже более поздняя история. Конскрипция у нас 1827 год, а мы говорим про 18 век. Ну, может быть, это какие-то разовые акции смешанных браков, в том числе. Ага. Вот теперь смотрите. На самом деле исследовательская литература и концепции относительно мотивации и вообще исследования причин крещений — просто невероятно огромно. Исследователи предлагают для нас, да, всякого рода конструкты, каким образом можно объяснить как сам процесс перехода, смены веры, так и, собственно, причины. Вы страшно удивитесь, узнав, что они более-менее универсальны для разных периодов. И это как бы... Экономика. Нормально. Мы сейчас очень подробно про это поговорим и рассмотрим несколько концепций. Самая такая, прям теоретизирующая, это концепция польского исследователя Модельского, который предложил свою схему на материале 18 века Речи Посполитой процесса, да, перехода, разрыва еврея, да, со своей средой и смены веры, и дальше, соответственно, включение в новое социокультурное окружение. Что у него происходит? Он, понятно, представляет некоторую идеальную модель, которую он, значит, там по-разному ранжирует в зависимости от содержания, но выявляет следующие этапы. Принципиально важно для него, я пока его теорию излагаю, да, принципиально важно для него это ослабление связи с еврейской общиной. Ну, в чем это может выражаться? То, что он часто отъезжает. Уехали далеко, да, то есть нет связи. Конфликты какие-то. Конфликты, да. Совершение преступлений. Ну, например, да. Аморальных. Видит опыт в развитых, более развитых. А, опыт, я слышала, развитых стран. Примитивно к 18 веку, да, развитые страны, это здорово. Низкий социальный статус. Ага. Хотелось выше статус получить, угу. А переход в другую религию — это хороший социальный лифт. То есть если здесь у тебя уже нет возможности подняться выше по социальной лестнице в связи с консервативной структурой, то там у тебя, в принципе, с твоими навыками, полученными в этой общине, на фоне, ну, скажем так, не самого, допустим, социально активного населения, ты можешь сделать хороший, ну, вот появление цели здесь очень хороший момент. Да. А вот что у нас с расшатыванием прежде системы ценностей? Вот у меня возникает вопрос, а что такое еврейская система ценностей? Она единая для всех? Общий вопрос, существует ли понятие системы ценностей еврейской, которая характерна абсолютно для всех в Речи Посполитой в 18 веке?
Да, нет, как вы думаете? Да, существует. Да, существует. Существуют какие-то базовые вещи, да, они прежде всего связаны с законами, они связаны с Аллахой, понятно. Но все на этом. Если это люди разного статуса. Нет, да, если у них там свои нюансы, да. То есть это некая такая абстракция, общая система ценностей. С этим как-то надо что-то делать. Попробуем чуть-чуть попозже с этим еще разобраться. Формирование новой системы ценностей – это следующий этап. Причем имеется в виду, что тут переход, он не здесь еще происходит. По модельскому сначала человек начинает думать по-другому, то есть допускает мысль, что он готов, да, что это уже не его прежняя система ценностей. И он, соответственно, начинает заниматься целеполаганием, новым. Ну, то есть, что он будет делать дальше? Это прежде всего чего касается? Социально-экономического статуса будущего. Чем он будет дальше заниматься? Кто он будет? Потому что у нас сословное общество, да, и тут сразу как бы некий набор выявляется из этого. Каким, да, ценностям он примкнет, что ему ближе, да? Ну, естественно, какие у него есть варианты. Потому что понятно, что мечтать можно о чем угодно, а в обществе 18 века, да, далеко не все можно сделать из того, что тебе бы очень сильно мечталось. И только потом происходит, собственно говоря, крещение. Такова общая модель. Ну, наверное, с ней в общем и целом спорить сложно, но она слишком абстрактная. Если мы переносим это на конкретные сюжеты, то дальше возникают проблемы с целым там рядом вопрос. Что такое ослабление связи? Что такое расшатывание системы? Как формируется, вдруг она, формируется она вообще или нет? Понимал ли человек, то есть формировал ли он что-то там в голове себе о том, что дальше его ждет, в принципе, в том числе и там на таком, на уровне так, тех же самых ценностей. Понимал ли он это? Это вопрос. Тогда поговорим про вещи более содержательные. Мы поговорим про, собственно, то, как мы можем... То есть у нас есть конкретные источники, в которых написано, да, как себе человек мыслил этот самый переход. И для российской действительности можно поблагодарить российскую бюрократию в этом смысле, да, расспросные речи или допросы, допросные листы, это ровно тот источник, по которому мы можем что-то, да, получить. Из них у нас основная информация. В Польше, Литве таких листов не было, в основном это статистические сведения, но в том числе вот из разных дел, посвященных разным, да, сюжетам, все равно можно выявить более-менее обстоятельства. Из-за всего этого я показываю только один из примеров, их значительно больше. Яков Гольдберг в своей монографии, она небольшая, но она полностью посвящена... Узнаете слово «мумарим»? Да? «Мумар», «выкрест», да? Опять же, без всякого. Вы видите, что тут просто нормативное слово для тех, кто сменил веру. Он предложил четыре группы причин крещения евреев. Насильственное крещение, желание улучшить социально-экономическое положение, решение принято в критических ситуациях, или, ну, в общем, да, вера в превосходство христианства над иудаизмом и, соответственно, переход такой по идеологическим причинам. Это общая канва. А мы посмотрим, насколько... Да. Украдено. Детей украли. Да, да. Ничего такого, да, чего бы здесь не было написано, да, под этим ничего не подразумевается больше. Кстати, про украденных это больше не российский контекст, да, безусловно, вы видите, да, Полинлита, речь идет о Речи Посполитой, он не говорит про Россию, он ничего про нее не знает. Более того, он говорит про переходы не в православие, а в католичество, а мы просто это сравниваем даже с нашей ситуацией. И сейчас мы на нее посмотрим более подробно. Итак, это общие причины. Я вам сказала, что у нас есть источники, которые называются допросные листы, расспросные речи, по которым мы что-то можем выяснить. Как устроена расспросная речь и что мы на самом деле можем из них выяснить, мы сейчас узнаем. Итак, у нас сохранилось предписание Киевского и митрополита Киевского и Галицкого Рафаила Заборовского одному из своих священников, который задавал вопрос, чего спрашивать-то у тех, кто хочет креститься. И он на конкретном примере рассказывает, чего нужно узнать. Помянутого же, да, допросить обстоятельно. Итак, откуда родом, сколько лет, не из бегов ли пришел, не имеется ли за ним какого подозрительства, в смысле, там, мало ли там чего, там, шпион он там, или еще какой-нибудь, проходимец какой-нибудь, да, не завел ли кому должных денег, то есть не должник ли бегущий, да,
И не из крайней ли нужды, из какого намерения желает святого крещения. Ну, то есть, если он там идет креститься только потому, что у него там совсем все плохо, то хорошо бы об этом тоже знать. Это идеальная модель, которая предполагается, да, что она будет исполняться, и каждого, кто приходит к границе, его будут спрашивать вот по этому самому опроснику. Что мы видим в документах? Вы удивитесь? Но именно эти вопросы, да, ответы на именно эти вопросы мы видим. Покажу вам несколько примеров просто того, как это все выглядит. Вот, пожалуйста, 49-й год, это Киевский архив исторический. Написано, естественно, не рукой самого, естественно, самого кандидата, да, на крещение, потому что... Что здесь есть от руки кандидата на крещение? Подпись. Не крестик, нет, они пишут. Они пишут. Единственное, что у нас вообще, в принципе, в документах есть от самих этих людей, это их подписи. Больше ничего. Все остальное написано чиновниками. Отсюда вопрос. Вот они сообщают о себе возраст, откуда они прибыли. Это правда? Нам этому верить? Очень. Как работать с такими вещами? Очень приблизительно. Подвергать критике. Как мы можем... Я ни во что не верю, то все, бред анализировать не будем, потому что это все ерунда. Нет? Да? Следить за руками. Следить за руками – это важно. И в данном случае что мы можем сделать? Сравнить. Например? Есть, у нас много каких-то вот... Так они все будут... Чиновники все одинаковые. А одинаковые? Да, каждый чиновник, если есть разные города, посмотреть, как в каждом городе, условно, Смоленск и Киев, сравнить и посмотреть, на каком эффекте они делали акценты, где брали больше. То есть сравнительный документ, ну, сравнительный характеристик позволит посмотреть, какие сегменты являются придуманными, потому что даже в типовом документе канцелярский язык, он чем удобен? Канцелярский оборот, его сразу, начиняется, да, на блоке, их можно спокойно... Когда у нас много таких документов, мы видим шаблон, да, мы видим типичное, и все, что нетипичное, больше похоже на правду. То есть человек может сам соврать, но он соврал, они за него там что-то написали, или это не формальность в любом случае. Правду ли говорит этот человек, мы не узнаем никогда, и это нужно признать. Да? Мы можем, единственное, что мы можем, если у нас есть только один такой случай, когда мы можем из других источников проверить, врет он или нет. Я чуть попозже об этом человеке скажу. Во всех остальных случаях у нас нет вариантов, например, проверить его биографию. Откуда? Ну, у нас просто нет таких механизмов. Но если это не типичный источник, который составлен по шаблону, то любопытно посмотреть, на что пишут люди. И это в большей степени похоже на правду или на то, что они бы считали важным сказать, как правду. Они желают, вот, чтобы это была правда, да, чиновники, да? У нас есть 46 допросных листов. Я вам сказала, что у нас есть 130 дел. Не во всех из них есть допросные листы. У нас есть 46 допросных листов, из которых мы на самом деле можем составить себе портрет типичного такого неофита. Как правило, это мужчина, молодой мужчина, в возрасте от 18 до 25 лет. Что как бы, да, из 130 человек у нас только 10 женщин вообще, в принципе. Что понятно, да, мужчины – это те, кто мигрируют, да, те, кто зарабатывают, ездят, а женщины в этом смысле более привязаны к семье, к месту, и это традиционное общество, и женщина вообще как бы не настолько взаимодействует с окружающим населением. То есть у нас есть только 10 смелых, отважных женщин, которые решили пересечь российскую границу. Можно вопрос? Да. А встречаются агуны? Об этом, да, тоже можно поговорить. Встречаются. Это вообще тема очень известная. Агуна – это соломенная вдова, да, это женщина, которая осталась без мужа, который просто пропал без вести, у нее статус, она не может не выйти замуж, никакой проблемы у нее с этим. Есть и такие. Разведенные. Есть, отлично. Итак, нам важно понимать, что с ними происходит. Вы удивитесь, хотелось бы увидеть людей в основном с низким статусом, людей, которые там ищут хоть какие-то способы пропитания, но мы видим кого угодно. Мы видим купцов, мы видим бывших арендаторов, мы видим меламедов, мы видим бывшего раввина, который, в общем, как бы мы увидим, да, что он не врет, он правда он. Мы видим людей, врачей, мы видим людей самых разных. Несмотря на то, что нам бы хотелось, да, чтобы это было просто беднота, который как бы вот в качестве выхода, да, это было бы крещение. Польский исследователь Адам Казмерчик предположил, что, значит, в основном это должны быть какие-то разорившиеся арендаторы, то есть те, у кого-то что-то пошло не так. То, что мы видим, это значительно более разнообразные варианты.
Город один, время более-менее одно, обстоятельства одни, процедура одна, а люди абсолютно разные. Итак, у нас мужчины в основном молодые, они рассказывают свои истории. Многие из них прям подробно рассказывают, откуда приехали, называют не один населенный пункт. Родился там-то, потом поехал туда-то. Из всего этого мы видим, что это люди весьма-весьма подвижные, да, что географическая мобильность у них просто колоссальная. Там иногда в одной биографии 3-4 места. Жил там, потом переехал сюда, потом оттуда. И в итоге вот отсюда, да, принял решение, что пора ехать в Россию. А возраст, про возраст мы примерно поняли, среднестатистический. Откуда, вы удивитесь, но это не обязательно должны быть пограничные пункты. Откуда угодно, со всей территории Речи Посполитой. Возраст, место, чего там нам еще предписывали? Не из бегов ли, ну вы понимаете, что это формальность, да, они все расскажут, что это не из бегов. Конечно, да. А про всякие темные дела, разумеется, никто не расскажет, но некоторые из них совершенно честно сообщают, для чего они прибыли. Некоторые прибывают к границам уже с товарами, что говорит о том, что они просто собираются принять православие для того, чтобы заниматься своей экономической деятельностью на территории Российской империи. А служит ли это каким-то препятствием? Нет. Нет. Удивительно, да, несмотря на то, что существует предписание, и он сам сообщает о том, для чего он прибыл. Один просто открыто сообщает, что нет у меня в купеческом ремесле счастья в Речи Посполитой. Значит, я подумал, что надо принять православие, и тогда я заживу. Это не проблема абсолютно, его пропускают дальше. То есть, по большому счету, отбора никакого нет. Существует указ 42-го года, по которому, если ты хочешь приехать в Россию, крестись. Все. На этом никого не интересует, собственно, сама мотивация этого человека. Если речь не идет о конкретных преступниках, которые тоже попадали, естественно, в качестве таких маргинальных сюжетов, попадали в Россию, за которыми гонялись потом по всей территории Российской империи, для того, чтобы, ну, прежде всего, конечно, левобережная Украина, там дальше-то уже Великороссию сложнее, там паспорт нужен. За ними гонялись, их искали, иногда не находили. Но это понятно, что это редкость. А в основном это те люди, которые приезжали в Россию на самом деле насовсем. Потому что при получении российского подданства эти самые крещеные евреи более не имели права покидать территорию Российской империи. И у нас есть все основания, поскольку у нас ни единого примера обратного, да, и попыток куда-то уехать, у нас есть все основания думать, что они действительно остались в России. Что с ними произошло дальше, следить уже довольно сложно, поскольку они становятся в основном просто мещанами, которых очень сложно найти, потому что они не платят налоги первые несколько лет. А потом они меняют имена на абсолютно православные, и найти их становится практически невозможно. Если в какой-нибудь ревизской сказке не будет написано, что он из евреев или из жидов, и там бывший еврейнин, бывший жид, что нормально, то мы никогда в жизни не узнаем. Но мы же не будем рассматривать все сказки, да, для того, чтобы выявить одного нас на 200 человек. Не будем. То есть это колоссальная работа, поэтому мы практически ничего не знаем про то, чего там с ними случилось дальше. Ну, кроме отдельных случаев. Итак, про мотивацию мы узнаем действительно из допросных листов. У нас есть экономическая вполне мотивация, и это нормально. У нас есть насильственные крещения, о них мы не говорим, потому что это, допустим, сюжеты, связанные с набегами гайдамаков. Соответственно, если они православные, то они там насильственно крестили. Это связано с какими-то внутренними конфликтами, с семейными. Большинство из этих людей так или иначе испытали разрыв со своими семьями. Это потерявшие своих супругов, это потерявшие своих родителей, это давно не общающиеся со своими родителями, находящиеся с ними в конфликте. И мне кажется, что вот эта абстрактная модель, которую предложил польский автор Модельский, да, по поводу, где разрыв с общиной. Разрыв с общиной абстрактный. Он выражается ровно в том, что у людей происходит разрыв семейной связи. То есть традиция, она в семье. Как только происходит разрыв с семьей и нет других связей, то есть они же не с Кагалом связаны, они связаны со своими членами семьи прежде всего, потому что внутри существует традиция. Именно здесь происходит разрыв. И именно эти люди в большей степени проще принимают решение о том, что сменить веру — это для них подходящий дальше путь в жизни. Можно
а можно спросить? Да. А есть вероятность, что фамилия Юдин вот из этих времен, например, прошла? Могут самые разные варианты. Тут есть... Один из. Один из, конечно, почему нет? Да, потому конечно, что, ну, вряд ли русские крестьяне называли Иуда, да, там? Нет, Юда называли. Нет, это вполне нормальное, да, еврейское имя, христианское имя. Называли. Я просто могу это сказать точно, потому что когда смотришь по ключевым словам какую-нибудь базу данных и радостно, значит, собираешься обнаружить там своих героев, выясняется, что это крестьянин какой-нибудь деревни и абсолютно православный человек. Там Юда Петров или какой-нибудь Сидоров, это как бы, это да, это вполне может быть. То есть это в данном случае, может да, может нет. Это такие спекуляции. То есть это не тему. Было, имя не было табуировано? Нет, сказать, нет. Мы могли бы подумать о том, что да, но скорее, конечно, не Юда, а Иуда. Но это как бы, несмотря на то, что у нее явно негативная коннотация в смысле да. библейском, да, это имя использовалось, оно бытовало. Итак, мы поговорили про это. Были ли люди, которые действительно крестились по убеждениям? Как вы думаете? У всех так... Возможно понять. Почему нет? Смотрите, как можно понять, как можно выявить этих людей? И у нас есть допросный лист. Вот когда мы понимаем, что этот человек, вот честно видно, что его там... У него нет товара, он не является вдовом. Не вдовой или вдовцом, да, в данном случае. У него богатая красивая семья, которую он бросил, да. Но это допущение в любом случае. Но если крещение ухудшит его положение, может быть, например, да, то есть если человек высокого статуса. Например, молодой человек сообщает, что он дважды был женат, оба раза на дочерях раввина. Это что означает? Достали. Отлично. Это означает, что он как минимум обладал ихисом. Что такое ихис? Такое еврейское благородство, такое важное происхождение, но именно в еврейском смысле, то есть в смысле учености, в смысле родословной, да. Значит, этот человек какой-то явно не из последнего рода, как минимум. Тем не менее, он принимает решение о крещении, да? То есть он теряет больше, чем находит. На самом деле, да, потому что кто его ждет на другой стороне границы? Новая жена. Пока... О, это еще следующая тема, да. Сейчас мы разберемся с этим. И вот вам, пожалуйста, нарратив, да, текст. Итак, допрос Ивана Павлова. Он рассказывает, как, значит, что с ним случилось. Иван Павлов, он уже, понятно, в крещении, мы не знаем его еврейского имени, он рассказывает. Случилось мне в ту лавру, это на Афоне было, приехать на самой праздник святого Афанасия. И обитающие там монахи, все были тогда в церкви, отправляли всеночное бдение. Он туда приехал, его отец отправил долг забрать у монахов. И так и вышед я из кельи, которая мне для жития определена была, прохаживался около церкви, как зашел за святой алтарь. Что делал еврей за святым алтарем, не очень понятно. И услышал там моление, то мне пришло вдруг желание быть христианином. Чего ради просил я на другой день тамошних монахов, чтобы они меня ввели в церковь, и как они о том настоятелю своему донесли, то он велел меня тайным образом в церковь ввесть, и вшедши я воную, когда увидел местные иконы Спасителя Иисуса Христа и Пречистой Богородицы, то в сердце моем такую радость почувствовала, стала боном у бывших там у монахов спрашивать, они в кратости воплощения Спасителем, и что он есть проповеданный пророками Мессия, и от девы родившейся мне рассказали. И так я от всего сердца возжелал быть христианином. Его никто не спрашивал, особенно там, чего там случилось. Да, он бы мог сказать, что я вот был, уверовал, и все. У него это длинный рассказ. Второй пример. Тоже уже крещеный рассказывает, пишет письмо своему восприемнику. «Бывший в прошлом году в святом граде Киеве, я слышал от вашей чести, что Мессия уже пришел. Причем вы указали мне на многие пророчества о времени его пришествия. Ваши священные речи отверзли мое сердце и просветили мои очи. Я познал, что возвещенный мне вами Мессия и сын Давида истинен, как истинен сам Бог, вследствие чего я и принял истинную веру в Сына Божия. Да будет ваша награда за это полна от Бога под защиту и покров, которого я притек ныне». Да? Каждый ли человек мог изъясняться подобным образом и понимал вообще, на что он что меняет? Нет. Едва ли. И мы это видим просто по источникам. В большинстве случаев, и мы сейчас плавно перетечем в следующую тему, в большинстве случаев вообще крещение это была некая формальная процедура. И мы не можем установить, чего на самом деле знал, а чего не знал новоиспеченный христианин вообще, в принципе, от той религии, в которую он пришел. Но, памятуя, да, ремарку про романтические, да, связи,
заметим, что кроме экономики, религии, чего там, желания улучшить социальный статус, были и вполне житейские причины. И эти причины, безусловно, прежде всего связаны, опять же, с браком и семьей. Безусловно, были романтические отношения между представителями различных религий. И некоторые из них принимают решение, если да, это все случилось, знакомство случилось в Речи Посполитой, они принимают решение мигрировать вместе и начинать с нового листа, условно, да, если мы говорим там современными словами. Как мы их видим? Они сообщают, например, прибыл еврей вместе с христианкой, они приехали вместе, он говорит, я хочу креститься, мы будем жить дальше вот в этом селе. Совершенно понятно, каковы их намерения при этом. А есть совершенно другие истории, которые нам по-другому рассказывают, да, они нам показывают, что может быть иначе. Еврейка Риза приезжает в Киев, уже живя на левобережной Украине, и сообщает вдруг в киевской консистории, что она уже 4 года живет на левом берегу со своим мужем-христианином, у нее есть ребенок крещенный, и при этом она остается иудейкой. У нее спрашивают, как это произошло, она говорит, мне никто не задавал никаких вопросов. Я живу с христианином, значит, я христианка. Но девушке пришло в голову, что неплохо бы все-таки наконец креститься, да, потому, поскольку она не собиралась уже никуда обратно. И мы видим, что уровень контроля за вот этими самыми людьми, которые живут в, ну вот, например, да, вот межконфессиональный брак, который вообще-то незаконен. И вообще-то, да, вообще-то она живет вне брака, но они венчаны. А как? А вот так. Я спросила, ты крещеная? Она сказала, я крещеная. На этом все закончилось, они совершили таинство брака. Естественно, потом она, видимо, да, поживя долгое время среди христианского окружения, она поняла, что что-то нужно исправить, чтобы окончательно с этим решить проблему, и она для этого обращается. Подождите, к ней. Подождите, непонятно, если... То есть бумажек никаких не давали. Паспорт, не всегда, да. Вот. То есть если ее община, ну, что окружение считало христианкой в момент брака, заключения брака, венчания и проживания, значит, сначала все было окей, потом как-то то ли вскрылось, то ли... Видимо, там произошла какая-то ситуация, из-за которой она приехала в Киев для того, чтобы все-таки креститься. Но это важно. До вот этих самых 40-х годов мы вообще не обнаруживаем никаких документов, бумажек, да, о том, что кто-то крестился. Начиная с 42-го года у нас складывается уже традиция документировать происходящее, более того, выдавать паспорт, особый документ тому, кто крестился. Это не свидетельство о крещении, это паспорт на право проживания в России и конкретно на той территории, где он принял крещение. То есть Великороссия для них закрыта, да? Для них существует вот только тот ареал, где они находятся, то есть левый берег. И, в общем, да, это документ, но это с 42-го года документ. А до этого мы этого просто не находим. И тогда действительно они просто теряются. Мы вообще не знаем, сколько их, потому что они пришли к местному, вот они там жили, да, на каком-то положении. Мы об этом говорили раньше, как они попадали, что мы вообще знаем о том, как они там оказывались и в каком количестве. Они пришли к местному священнику, сказали, крести меня, он крестил. Все, вопросов никаких нет. Метрических книг в это время фактически никаких не велось, записей в православных церквях. Поэтому это, да, действительно, это такое совершенно... Да, акт, у которого нет документального подтверждения. Поэтому это проблема. Но это вот мы говорим, что ровно то время, о котором мы говорим, это процесс складывания бюрократического, бюрократии и контроля за переходом иноверцев в православие. Это касается не только иудеев. Это тот момент, когда империя начинает контролировать эту ситуацию. Еще нет статистики, но уже есть конкретные документы, которых не было раньше. Раньше это был просто так, относительный хаос. Мы перешли, собственно говоря, к бюрократии. Человек прибывает на форпост, сообщает, что он собирается креститься, и его отправляют прежде всего в светское учреждение, которое называется канцелярия. Независимо от того, что это за место, если это он в Петербург каким-то образом попал, то он отправляется в петербургскую канцелярию, в киевскую канцелярию, в смоленскую канцелярию. Там его берут, да, его расспрашивают, да, записывают его показания и отправляют в консисторию. Что с ним делают в консистории? В консистории ему выписывают, куда ему обратиться дальше. Наставника выписывают, как правило, отправляют в монастырь, в конкретную церковь. Помните, я вам показывала карту Киева 18 века. В Киеве в основном отправляют на Подол, где больше всего церквей и конкретному человеку.
И евреи проходят некоторый процесс подготовки. Сколько длится процесс подготовки? Канонический процесс подготовки длится 40 дней. Из того, что мы видим в документах, этот процесс серьезно был сокращен. Никто их 40 дней не готовил в основном. И это вся бюрократическая процедура от момента попадания на форпост до получения паспорта, это месяц примерно. Ну, то есть понятно, что само наставление еще меньше занимает. Что за это время мог узнать будущий православный? Ну, слава богу, если он выучит символ веры «Отче наш». Все остальное – это как бы уже большая проблема. Главное запомнить, что Бог не один, а три, да, и там какие-то более такие базовые вещи. Ну, то есть это была формальная процедура, несмотря на то, что, безусловно, религиозная часть в ней присутствовала. Что происходило дальше? Его наставляли, вместе с рапортом о крещении его присылали обратно в консисторию, а потом его отправляли на присягу, где он, как новый подданный Российской империи, давал обещание, что он не нарушит законы Российской империи и не выедет с территории Российской империи. Относилось ли это только к евреям? Нет, не относилось. Все иностранцы, если пожелали приехать в Россию и стать подданными Российской империи, проходили эту процедуру. Все. Крещённый еврей включался в новое пространство. Он получал бумажку о том, что ему можно проживать на этой территории. На этом его проблемы, да, бюрократические заканчивались. Это общая картина. Постепенно процесс усложнялся и усложнялся. Появлялись все новые и новые бумажки. Да? Нам хорошо знакомая ситуация. Да? В процессе, вот, который я вам сейчас описала, в 1750 году, то есть при Елизавете Петровне, появилась новая бумажка, которая называлась «Саможелательное прошение». Вот так вот оно выглядит, длинное, четырехчастное, написанное, естественно, совершенно не собственной рукой, но вот вы видите внизу, да, подпись, которая собственноручна. Что это такое? В этом саможелательном прошении, это типовой документ для всех иноверцев, принимавших православие. Он вообще-то переписан изначально, он был рассчитан для язычников и мусульман. Помните, я вам говорила про особые рвения Елизаветы Петровны крестить народы Поволжья, о том, что новокрещенская контора была создана, что это была целая большая компания. Ее взор был обращен туда. И вот всякие маленькие группы типа евреев ее мало волновали, пока они касались, да, конкретных ситуаций, как вот с указом 42-го года, да, от врагов Христовых, дальше она говорила, не желая интересной прибыли. А 50-й год, появляется это освобождательное прошение, оно типовое, в нем просто вставляются общие фразы о том, что испытуемый, да, он еще не принял крещение, когда пишет саможелательное прошение, добровольно принимает крещение, да, чтобы, на самом деле, это любопытно. Если человек подписывает этот документ, никаких претензий по поводу того, что его там принудили к чему-то, что это как-то вообще все неискренне было, что он передумал, это вам не история 19 века про кантонистов, да, которые потом рассказывают, что вообще они не хотели, и вообще это было все очень сложно. Нет, вот саможелательное прошение. Все, ответственность снята. Человек, соответственно, заявляет, что он подписывается в том, что он собирается отречься от прежних заблуждений. Он, соответственно, декларирует теперь веру в Господа нашего Иисуса Христа, да, и все основные догматы православной христианской веры православной. И вот, собственно, все, что от него есть, его собственное, это опять только его подпись. Ровно этот текст крут тем, что он написан тем самым раввином, про которого я говорила, которого по-русски называют Арон Аронович Кивгендудл, но на самом деле, если посмотреть на его подпись, которая вполне себе такая каноническая, нормальная подпись, «Неум Арав Арон Бен Арав Хагаон», чего-то там не вижу, что, «Мин Брист Делита», да, да, именно да. Веха Галиль, да, и окрестности. То есть из этой, из русскоязычного текста мы ничего не понимаем. Ну куда Арон Аронович Кивгендудл? Что это вообще такое? Вы понимаете, да, что для российских властей это люди были совершенно непонятные. Даже если они говорили на ломаном русском языке, то записать правильно их имя и тем более фамилию, если она есть,
Было довольно сложно. Поэтому мы видим в документах бесконечное раздвоение, типа Моше Хаим и сын его Гиршка, оказалось, что Моше и Хаим Гирш. Вот и все, как бы у него. Бен Хаим Гирш, да, сын Хаима Гирша. Оказалось, что это два человека. Потом они обратно сливаются в одно. Это для... Ну, вы представьте себе русского, российского бюрократа, да, который вдруг видит да, человека. Даже если он видел вживую, он с ним явно не контактировал персонально, и уж тем более он не знает ничего про их имена. А это не так легко, да? Тем более, когда у него там не Мошка и не Ицка, а Кивгендуду. Знаете, это не каждому дано. Итак, сейчас не каждый учит, давайте попробуем. В этом смысле, вот эта надпись, в смысле его персональная подпись, дает нам очень много. И из этой подписи, в этом саможелательном прошении, мы узнаем, что это за человек. Он из других документов говорит о том, что он раввин местечка Сквиры. А здесь отсюда мы узнаем, что зовут его вовсе не Арон Аронович, да, у него отца не так зовут. А вообще-то отца его зовут Давид, а откуда он Дудул, потому что Давид, об этом мы сейчас еще чуть позже поговорим. И у него отец не просто так, а раввин Бреста-Литовского и окрестности. Это значит, что он главный раввин Брест-Литовска, да? Можем ли мы найти главного раввина Бреста-Литовского в этот период? На самом деле, да. Потому что уже есть внутренние источники, мы можем найти. Мы проверяем, как зовут главного раввина Бреста-Литовского в это время. Спасибо профессору Штамферу, который мне прислал этот источник. И мы находим там Давида Катенельбогена, которого в сокращении у него акроним Кевген, а зовут его Давид, который Дуду, да? Который превратился вот в это странное прозвище. И мы видим, что это действительно его сын, который приехал в Россию в 1773 году и крестился. Он дальше, мы теряем его следы, мы не знаем, что с ним произошло дальше. Видимо, он никак не вредил, простите, да, еврейской общине, поскольку никаких текстов о нем не сохранилось. Но тем не менее, вот это, мы, это да, исключение не исключение, но это человек, который, в общем, совершенно никак не вписывается в общую модель тех, кто были там несчастными, бедными, оторваны от еврейской традиции. Я бы не был оторван от еврейской традиции. Экономический фактор, возможно, где-то. Или вполне себе духовные искания. Да? Тем более время такое для Брест-Литовска уж больно пограничное. Да. Арон Великий там рядышком, до Пинска рукой подать. Граница движется. Да. Граница движется. Причем не только физические границы движутся. Граница движется конфессиональная, мы об этом говорили, да, размываются евреи границы. Евреи потихоньку идут в Российскую империю. Ну вот да, да. Собственно, и просто евреи, которые до 42-го года, они просто шли в Российскую империю, да, и просто заселились. Потом случайно получилось, да? Да, потом, соответственно, возникли проблемы с крещением. Вот, пожалуйста, вам такой пример. Безусловно, он, конечно, яркий, но он не то чтобы очень уникальный. Мы находим и других людей. Только ли евреи из Польши, Литвы прибывали в Россию креститься? Нет. Мы обнаружили, вот, например, Иван Павлов, который я вам читала про Афон, он еврей из Салоник. Он еврей из Салоник, сын известного финансиста, который давал, ростовщика, да, который давал в долг деньги всем, от как он оказался на Афоне, он приехал собирать долги. На этом как бы... Вдруг его там что-то с ним случилось, там какой-то, не знаю, духовный поиск. Он вдруг понял, что что-то должно быть так. Его жизнь и дальнейшая судьба заслужила отдельную статью. Написала текст, если вам интересно, потом конкретно про него почитать. Вообще, это такая билетристика, которую очень приятно читать, которую очень интересно читать. Это источники 18 века, которые читаются просто как роман. Их биографии, то, что они сообщают, настолько увлекательно, и то, что с ними происходит, что это действительно как бы... вне зависимости от того, врут они или не врут, даже если это их текст, который они вот нам сообщают в качестве такого приключенческого, да, приключенческой истории, это все равно заслуживает внимания. Или, например, несколько других примеров. Лефен Израиль прибыл в Петербург из Западной Европы. Последнее место, где он жил, был Лондон. Ему 65 лет. Он занимается... Ну да, как бы. Это еще не все. Он занимался изготовлением элитных сортов алкоголя, если как бы мы сейчас сказали. Выделыванием особых сортов водок. У него умерла жена. У него есть взрослые дети. И совершенно не ясно, по каким причинам он прибывает в Петербург, потому что...
российская дальше сторона спрашивает, чем вы хотите заниматься, его не могут никуда отправить, потому что в службу он уже не годится. Заниматься чем-то там крупным он не может, потому что у него с собой нет ни капитала, ничего. Он женится на такой же иноверке, которая перешла из лютеранства в православие, и они рожают ребенка. Он устраивает семью в России, будучи, да, совершенно абсолютным иностранцем. И в возрасте уже для того времени весьма-весьма преклонному 65 лет. Да, то есть история, это не типичная история, и таких нетипичных историй много. То есть мы видим здесь вариации, то, что мы привыкли там называть традиционным обществом, что вот у них все должно быть вот так и вот так. На деле, когда мы видим конкретные истории, мы понимаем, что вот этих самых исключений, несмотря что понятно, что есть, да, некоторая масса, этих исключений много, и вариаций становится все больше и больше в выборе жизненных стратегий у людей. И это 18 век, да, это еще да, не то время, когда там все более проницаемо. Это все, что с ними происходит вот в момент крещения, что с ними происходит дальше. Я вам уже сказала, что это самый сложный да, вопрос, как их отследить дальше. Все, что мы знаем, это то, что они сами сообщают о себе. Например, некоторые сообщают о дальнейших своих планах. Кто-то, говорит, приехал с товарами, кто-то сообщает о том, что у них уже есть родственники крещенные в России, они приехали к ним. Кто-то сообщает о том, что они пойдут в услужение к тому-то, тому-то, то есть уже была какая-то договоренность, прежде чем приехать. Кто-то женится сразу же или там выходит замуж. Важным центром адаптации, как, да, сейчас для иммигрантов есть подобные вещи, в которых учат языку, обучают, да, там, законам, в 18 веке таким центром являются монастыри. И неофиты, только что, да, новоиспеченные крещенные евреи, сами обращаются к властям с тем, чтобы их поместили в монастырь для наставления, но больше не религиозного, а для того, чтобы их что сделали? Как вы думаете, что им нужно для того, чтобы адаптироваться хорошо? Совершенно верно. Они просят обучить российской грамоте, потому что они понимают, да, что для них это шаг вот дальше. Они просят обучить российской грамоте, их действительно там обучают. Некоторые из них остаются в монастырях, например, даже получают монашеский чин потом, позже. И это не вызывает никаких со стороны, да, со стороны, например, там, монастырского руководства никаких вопросов. Кто еще, да? И в Киеве, например, у нас есть крупный центр, это Киевская духовная академия, религиозный образовательный центр. Находим ли мы там крещенных евреев? Еще как. Даже среди преподавателей мы находим крещенных евреев. И о них мы точно знаем, потому что они сообщают об этом в своих биографиях, и это как бы общее место для них. Эти люди, в числе прочего, занимаются наставлением следующих, да, крещенных евреев. И это, опять же, не вызывает никаких проблем абсолютно. Крещенные евреи, которые остаются на левобережной Украине, выполняют также важную функцию. Они являются посредниками между миром еврейским и миром христианским, например, в торговых делах. И мы просто видим это, потому что видим часто по именам, да, прозвища типа Перехрист, Перекрест весьма-весьма частотные, и иногда даже с упоминанием о том, что это из евреев. Не без конфликтов, и часто то, что вторая сторона, потерпевшая сторона, является крещенным евреем, это как бы аргумент в пользу того, что государство должно защищать этого человека. Да, подается жалоба, например, о том, что вот вел дела торговые с евреями из Речи Посполитой, а вот они меня обманули, это точно потому, что я крещеный еврей, говорит, да, проситель. Но, тем не менее, да, мы видим, это вот один пример такой, а все остальные, они просто ведут свои торговые дела вполне. К вопросу о том, насколько негативно относятся евреи к апостатам, да, к отступникам. Общая традиция говорит о том, что да, нужно отсидеть шиву, и все, и человека больше нет. На практике мы видим, да, из конкретных источников, что ситуация была более сложная, и зачастую связи сохранялись. И вероятно, в случае выбора между тем, с кем иметь дело, между христианами и крещенными евреями,
Евреи выбирали в партнеры себе крещенных евреев. Как ни странно, да? Хотя казалось бы, что лучше иметь дело с христианином, чем иметь дело с отступником. Тем не менее, это происходит именно так. Возможно, можно спекулировать дальше на эту тему, что речь идет о том, что это, там, не знаю, неискренние, оставшиеся, не знаю, там, криптоиудеями. Но это уровень спекуляции, потому что мы просто не можем это доказать. По факту мы видим, что да, между ними есть связь. Итак, у нас есть люди, которые выбрали себе дорогу, у нас есть люди, которые занимают достаточно высокие посты и встраиваются даже в церковную иерархию, и это не вызывает никаких абсолютно проблем со стороны окружающих людей. То есть мы не видим никаких конфликтных ситуаций, в которых бы их этническое происхождение, да, оно как бы всплывало где-то. Где мы можем видеть... То есть крещённые евреи — это прекрасный инструмент для того, чтобы как раз понять, как понять полутона отношений, да, межконфессиональных. Потому что это ровно тот человек, про которого, если что, можно обвинить, да, в чем-то, и он будет каким-то, наверное, не таким. И самые лучшие для этого источники — это источники по девиантному поведению крещенных евреев, которые тоже, безусловно, у нас есть. У нас есть целый комплекс подобных источников. Я это назвала авантюристы, сумасшедшие и чего-то там. В общем, это те люди, которые выбиваются всячески из общих рамок. Это те люди, о которых, о поведении которых мы узнаем из следственных дел. Это явно не то, что является нормой. И интересно посмотреть на то, как реагируют на них, на их поведение окружающее население, и как на них реагируют власти. У нас есть такой ряд историй, самая любопытная из которой это история Афанасия Кискина. Это в последнем изводе он Афанасий Кискин, в смысле, и это его последнее имя. Представьте себе ситуацию. Сейчас, это мой любимый документ. Это донос, который Афанасий Кискин написал на самого себя в канцелярию Святейшего Синода в 47 году. Человек явился в канцелярию Святейшего Синода и объявил слово и дело государева. Все знают, да, что это такое? Значит, его неотложная важность, что-то такое сообщить, что было очень необходимо, да, сразу получить доступ к власти. Он приходит и пишет вот такой текст, который написан еврейскими буквами по-русски, и, к счастью, к нему есть перевод, потому что мы тут вчера вот уже пытались, да, это очень сложно. Я вот, мое любимое слово, которое я просто знаю точно, которое написано в самом-самом низу, вот посерединке, кто-нибудь сможет прочитать? На самом деле его очень сложно прочитать, практически невозможно, я просто знаю, потому что по-русски я знаю, что это. В смысле, знаю, что пишут. Первая буква непонятна. Первая «п»? Там Присягаю. На самом деле это коряво, тут еще одна лишняя буква, это слово «приложил». В смысле, руку приложил. Автограф. Да, ну, собственно, он подписался в том, что вот это он написал. Что он о себе сообщает? Его жизнь достойна отдельного романа. Представьте себе, что этот человек за всю свою жизнь крестился 4 раза. Два раза он крестился в католичестве, 2 раза в православии, причем не по очереди, а вот так вот в разных вариациях. Родился он на территории Литвы, Белоруссии. Откуда же еще? И в возрасте 15 лет заболел. Это как он это называет, трясовичная болезнь, уж не знаю, что это, возможно, эпилепсия. Он заболел. И от кого-то из христиан услышал, что, значит, если он крестится, то он явно излечится от своей болезни, и с ним дальше все будет хорошо. После чего он радостно принимает католичество. Далее он понимает, что что-то с семьей у него уже проблемы, он уже один, отец у него умер, мать вышла замуж 2 раз. Он в услужении там где-то обретается, ему явно не нравится то, что с ним происходит. Плюс, видимо, человек болеет. Он находит свиного покровителя и крестится в православии с новым именем. Приезжает в Смоленск, ну он же уже, ему можно, и приходит в услужение к местному шляхтичу, который женит его на своей крепостной. И значит, он попадает в личную зависимость. Естественно, оттуда он бежит. Куда? Домой. Он попадает в Ляды, Белоруссия, Литва, да? Это граница, да, это совсем близко. Конечно. И принимает снова католичество, потому что так было удобно для того, чтобы дальше выжить. Потом около 42-го года, потом, видимо,
Вы же понимаете, что очевидно разносятся слухи о том, что, в общем, не так плохо все в России, что есть некоторые возможности. Вряд ли поток, что в Киеве, да, что в Смоленске, был бы таким регулярным, если бы шли слухи о том, что дальше все плохо, и вообще эти люди не уходили никуда. Я думаю, что связи так или иначе передавались, сохранялись, есть торговые просто связи, деловые, поэтому явно шел слух о том, что там вот неплохо, вполне. Он приезжает в Россию и нанимается в услужение к человеку, ему снова не везет. Он принимает православие, и очевидно, у него возникает конфликт со своим хозяином. Опять же, видимо, связанный с тем, что он попадает в личную зависимость. И все, что ему остается делать, это прийти, сдаться властям и попроситься в монастырь. Именно это он и делает. Но он забывает, сколько раз он нарушил российское законодательство, пока вот все вот это с ним происходило. И он оказывается закован в кандалы в монастыре. В монастырь попал. Надежно. А далее канцелярия синода в ступоре. С одной стороны, сколько раз он нарушил закон? И присягу. Многократно. Они, у них там огромные протоколы на тему того, значит, что с ним делать. Там, понятно, выдержки из отцов церкви, там все что угодно. Они там пытаются понять, что с ним делать, где прецедент найти подобный. Да? Это же надо как-то, его как-то надо осудить, в смысле религиозным. Да? Понимаешь, что сделать с ним ничего нельзя. А тот в это же время параллельно томится в монастыре в кандалах, в котором он совершенно не собирался в кандалах находиться. И с человеком что-то происходит. И он устраивает большой скандал, топчет ногами крест и кричит, что, значит, не хочу я больше быть в православии. Тем самым подписывая себя... Владычицу морскую, да. Тем самым подписывает себе приговор и остается в этих кандалах на бесконечное количество времени. Что мы об этом, что мы из этого всего можем выучить, кроме того, что да, сам факт того, что он 4 раза крестился, означает, что никто особо не проверял, что контроля за ним никакого не было, что вот, пожалуйста, человек мог, будучи православным, попасть в личную зависимость, что человек без связи покровителя, неофит, да, оказывался в ситуации весьма, весьма чувствительной, да, в уязвимой ситуации. И вот это ровно неудачный пример адаптации, явно. Другой пример. Мужчина под именем Афанасий Спандонев, который выясняет, он объявляет себя неким волохом, то есть совершенно не евреем, да, по происхождению. Волох, румын, да? Волох. Да? Ну, это такое устаренное наименование. А его ловят на Смоленской границе, доставляют для разбирательства, выясняется, что он крещеный еврей, который находится в бегах, будучи вором, он украл одежду и у священнослужителей в греческом монастыре в Москве и дальше скакал, значит, по всей Российской империи, по центральной, естественно, ее части. Вот, значит, пытаясь там добыть себе счастье таким образом. Нам сама по себе его история, конечно, безусловно, там для общего контекста интересна, но интересно не это, интересны очные ставки. Ему устраивают очные ставки с теми людьми, которые пострадали от его краж в монастыре. И мы хотим увидеть там что? Ну, я, например, очень хотела увидеть там какие-нибудь обвинения в адрес него, что вот он, значит, там жид проклятый, да, там чего-нибудь. Ну, потому что это то, чего, как бы, жид крещеный, вор прощенный сидит у нас глубоко, да. Мы ждем сразу каких-то негативных историй, связанных с указанием на происхождение человека. Мы не находим ничего абсолютно. Никого не интересует, что он из евреев. Кроме самого факта, который написан у него в паспорте, который он скрыл, что он из евреев. Мы нигде абсолютно в документе не видим никаких с ним проблем. Третья история, и на этом я все, естественно, пересказывать не буду, потому что не в этом моя цель. Это важная вещь. Крещеный еврей в 42-м году принимает участие в разбойном нападении на территории Речи Посполитой. Он православный и подданный Российской империи. Он принял православие. Там убийство. Он бежит в Россию обратно. Польская сторона просит выдать его, и существует договор между Российской империей и Речью Посполитой для того, чтобы выдавать преступников. Что должна была сделать Российская империя? Это крещеный еврей, который нарушил закон, убил человека и вообще. Что она должна была сделать?
выдать. Что происходит с ним? Не выдали. Они не просто его не выдали. Они написали в Речь Посполитую, что он умер, и что, к сожалению, значит, у них не получится его отправить. А в реальности они отправили его в Казанский монастырь. По сути, тоже. Он, да, но он выжил. Повезло. Да, действительно повезло. Он не просто выжил, через 17 лет пребывания в монастыре он пишет в канцелярию Синода с просьбой: ребят, я вот уже тут отсидел все, а можно мне дальше? Нет, вот нет. За эти 17 лет он принимает решение принять монашеский чин. И он становится монахом в этом монастыре. А раньше догадаться не мог. А дальше, раньше, видимо, было нельзя, когда он был немножко в другом статусе, он был в статусе там заключенного. Вы же понимаете, что его отправили там не на каторгу, вообще-то он человека убил. Ну так, по-хорошему. Его что с ним должны были сделать? Его должны были наказать. В результате, тот факт, что это неофит, принявший православие, не просто православный человек, к нему другой спрос, да, а это неофит, это было важнее, чем то, сколько законов он нарушил, и чем то, что существовал вообще-то международный договор по выдаче преступников. И что, заповеди есть? Не убить? Да? Это, да, про это вообще никто не говорит. Нет, он понес наказание, безусловно. Так, но наказание... 15 лет строгого режима. Да? Почему строгого режима? Он в монастыре. Лайт-режим. А с общего, что ли? Ну, хотя бы не в одиночке было, мог с людьми общаться. Колония психиатрия. Вот смотрите, его могли отправить в Сибирь вполне. На какую-нибудь каторгу, не знаю. Вообще это мягкое, монастырь все равно мягкое. Конечно, в том-то и дело. То есть вы видите... Договорился на мягком наказании. Так, мы ничего не знаем про его деньги. Да, он прошел довольно много инстанций. То есть, если бы это было на локальном уровне, да, можно было бы там говорить о том, что он взятку, например, дал, и да, там как-то что-то. А здесь целая история, которая задействовала большой, даже уровень международный. Уж, казалось бы, на этом уровне не должно быть подобных вещей. Они происходят. Все это, да, позволяет поставить вопрос о том, насколько, то есть, каков был вообще статус у неофита. Да, каково было отношение власти к неофиту, каково было отношение окружающего населения к неофиту еврейского происхождения. Так ли было важно это еврейское происхождение? Наш ответ – неважно. Единственный уровень, о котором, наверное, в большей степени вам может быть известно, потому что об этом часто пишут, это такие книжные истории, это придворная жизнь. Об этом мы немножко говорили с вами вчера. Если кто-нибудь из вас, то есть мы говорили про обычных, да, там, незамечательных людей, маленьких, никому неизвестных, которые вот попали в источник, в один, во второй, может быть, но мы о их жизни ничего не знаем. Но мы знаем, например, что при дворе у Петра Первого, да, был Петр Шафиров, который сам не был крещенным евреем, а уже родился у крещенного еврея, но про его еврейское происхождение знал весь двор. И более того, когда возник конфликт, Меншиков сделал все для того, чтобы обвинить его ровно в том, что он вообще-то еще и жид. Хотя он вот уже технически вообще никакого отношения к евреям не имел, потому что он уже второе поколение. То есть мы описали с вами на уровне таком повседневном нормальную картину, в которой не еврейское происхождение вообще никого не интересовало. Это конфессиональное государство. Здесь интересует конфессиональная, да, привязка, вероисповедание человека. По нему маркируется тот или иной подданной Российской империи. Все, они вписались в православное общество, все, дальше с ними нет никаких проблем. Но как только мы выходим на другой уровень, да, мы видим, что ситуация не всегда настолько радужна. И пример с Петром Шафировым и несколькими другими более мелкими персонажами, например, там камердинер Петр Вульф тоже был еврейского происхождения, на что ему радостно показывали. Безусловно, личностный фактор. Ровно Александр Данилович Мельничков, очевидно, был таким явным антиеврейски настроенным политиком. Но в данном случае их еврейское происхождение – это был один из пунктов обвинения просто для того, чтобы потопить конкурента. На этом все. А на уровне массовом мы этого не видим. Безусловно, я могу, да, расширять темы и примеры, связанные с крещенными евреями, бесконечно, но самое главное, для чего нам вообще это нужно – почему нужно изучать крещенных евреев? Во-первых, и мы вернемся ко второй лекции, я говорила в конце, что современность, как modernity, начинает
проникать в жизнь этого региона, да, Восточной Европы, в 18 веке. И то, что происходит в конфессиональной ситуации, то, что происходит в нашем регионе, это только маленькая-маленькая часть от общих процессов. И, например, в Речи Посполитой мы видим сходные процессы. Если мы сравним цифры, мы увидим там то же самое. То есть, несмотря на то, что там в России действовал закон о том, что надо было креститься, если вы думаете, что в Речи Посполитой не было желающих креститься, вы ошибетесь. И цифры будут вполне коррелировать с тем, что есть у нас. Более того, в основном изучены переходы в католичество по понятным причинам в Речи Посполитой. Православных там никто не трогал, там никто не знает цифры. И это тоже все в плюс. То есть крещение евреев в России в 18 веке – это часть большого феномена, большого явления, которое вообще в итоге надо в контексте изучать, да, к вопросу о конфессиональных границах и о том, что с ними происходит в 18 веке, что с ними начинает происходить. То есть появляются возможности, то есть если для традиционного средневекового еврейского общества это замкнутая корпорация, которая не контактирует с окружающим населением, в которых каждая история крещения – это история, которая заслуживает внимания, то в веке 18-м это уже некоторая рутина. Появляется все больше людей, которые считают, что религия – это не полностью то, что определяет их жизнь, да? Что смена религии не ведет к полному, да, там, к краху, да, всей жизненной стратегии. Это первое. То есть крещение евреев в России как часть общего процесса и как признак того, что изменения в обществе происходят, изменения в культуре происходят, изменения в конфессиональных границах, в ощущении этих конфессиональных границ происходят. Второе – это способ, и это для нас важно, особенно для России, это способ посмотреть на иудео-христианские отношения. И крещённые евреи – прекрасный маркер определения, да, антииудаизма, антисемитизма. Понятно, ни о каком антисемитизме речь идти не может. Является ли проблемой то, что человек, сменивший веру, является еврейского происхождения? Нет, это не проблема вовсе. Это конфессиональное государство, в котором есть только антииудаизм. Проблема, например, там, она в Талмуде, а не в человеке. Да, не в его этническом происхождении, а в том, во что он верит. И как только он перестает, декларирует, что он перестает в это верить, подписывается на нежелательное прошение, да, а еще некоторое время после крещения они писали расписку о том, что обязуюсь до конца живота своего хранить верность греко-кафолической православной вере, да, и тем самым он, да, ставит личную подпись под тем, что он вот все, вот он теперь свой. Национализм еще не придумали. Нет, еще нет, конечно. Поэтому всем наплевать, ну, по большому счету. Да, но при этом на уровне, например, фольклора украинского, да, эта пословица записана в 18 веке, вот там, откуда этот же прилежит крещенный вор прощенный, мы видим, что ситуация не так однозначно. Я вам писала такую картину, в котором, крестившись, да, человек перестает быть евреем. Но везде ли это так, это то, что нужно проверять. Пока это, я увидела то, что происходит на территории Российской империи, я могу вот сказать вот так. А теперь это бы неплохо было бы сравнить с, например, с другой стороной границы, что происходит там. Там и больше католического населения, там вообще более там другая экономическая ситуация и социальная. И, в общем, как бы это следующий шаг. И евреев там больше. И евреев там значительно больше, которые, безусловно, да, мы не говорили с вами про насилие, избежали до этого вопроса, вот кто о чем ты говорил, да, про насилие представителей еврейской общины в отношении крещенных евреев, а оно было. И мы о нем знаем, и крещенные евреи жалуются, и некоторые истории о том, как они убегают от Кагала, заслуживают, это просто детектив. Под покровом ночи, прося там соседа-христианина, скрываясь по домам священников, убегая просто от преследующих родственников, люди пытались там пересечь границу для того, чтобы их не нашли. Более того, Кагал и иногда члены семьи не отступали даже в тот момент, когда люди уже были крещены.
и в течение нескольких лет пытались до них достучаться, забрать их. Да, так вопрос о том, что там умерли. Да нет, не умерли, да, Кагал по-прежнему, и семьи, да, по-прежнему были заинтересованы в том, чтобы вернуть в иудаизм и, собственно, в семью, да, своих родственников, которые отпали. Вот, пожалуй, это то, что я, на чем я хотела бы остановиться. Сегодня, если у вас есть вопросы, то я рада на них ответить. Ну и, в общем, перспективы исследования я, по-моему, достаточно широко описала. Могу даже предложить вам дальше этим заниматься. Несколько диссертаций. На самом деле это правда. Даже докторскую. Сравнить несколько. Насчет докторской я не знаю. Больше всего меня интересуют православные в Речи Посполитой, потому что о переходе в православие я не знаю вообще ничего в Речи Посполитой. Евреев. Да, важный момент, о котором я не сказала, и это уже такие более сложные вещи. Например, это я говорила про переход в православие. А нам встречаются люди, которые перешли сначала в католичество, а потом уже, приехав в Россию, перешли в православие, например. Или есть ли вопрос, и это вопрос к польско-литовским реалиям, есть ли разница, что предпочитали, перейти в католичество, перейти в православие и перейти в лютеранство? Это разные люди. Это люди, которые, у которых мотивация одинаковая, это все люди с духовным поиском. Например, кто лютеране в Речи Посполитой? По социальный статус лютерана, они кто в основном? Горожане, да, немцы. Соответственно, если человек принимает лютеранство, об этом говорит Гольдберг, например, что это в основном люди, которые стремились, да, влиться в эту среду, бюргерскую такую, городскую среду, немецкую среду. Да, католики — это те, кто переходил в католичество, понятно, это те, кто хотели стать частью большинства. А возможно даже получить нобилитет, то есть получить вариант, что было очень сложно, практически невозможно. А с православными, у которых статус ниже, или там греко-католиками, которые статус тоже достаточно низкий, кто переходил в православие? Это, опять же, вот мы можем сказать, наверное, потому что никто не проверял. Они это... там концентрировались географически, православные. Ну, какая-то более трагичная история. Вот, понимаете? То есть это то, что мы на интуитивном уровне говорим, но никто этого не проверял. И мне кажется, это хороший повод для того, чтобы задать этот вопрос, да, и сделать это. Потому что сейчас то, что мы говорим, это наше предположение на эту тему. Ну все, дорогие друзья, тогда я вас поздравляю с окончанием, да, нашего курса.